привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке. Не life, it's my life». Сегодня у нас понедельник, 23 сентября. Я только что высадил Маришку в колледже в районе географии. То есть у нас разные предметы, разные парковки. Вот, и хочу записать маленькое видео. Как вы узнали уже по названию, название в голове крутилось и выскочило. Короче, типа, чем американцы не отличаются от русских, или что общего между американцами и русскими. Ну, еще можно так сказать, от одной или обезьяны произошли все человеки. Люди-человеки. Вот. Походу, наверное, да. В общем, начнем давайте так. Сейчас поднимите руки все, кто в своей жизни, как говорят мои дети, когда получили, в скобочках, купили телевизор, не оставлял пульт в пакетике. Наверное, рук будет немного, поэтому поднимаем руки те, кто оставлял пульт в пакетике. Я думаю, хоть раз в жизни это делали все. И плюс к этому, когда появились всякие электронные гаджеты с какими-нибудь небольшими экранами, дисплеями, все оставляли вот эти вот предохранительные пленочки на экранах и прочее. Вот. Значит, что я наблюдал в Америке и почему я, вернее, даже и сейчас наблюдаю, и почему я записал это видео? Для того, чтобы показать, что американцы, они точно такие же, как и русские. Они тоже оставляют пульт в пакетике. Ну, к сожалению, пульт в пакетике я, наверное, не видел. Я вот сейчас не припомню, потому что, скажем так, сейчас я в американских домах не так часто бываю. А вот раньше, когда на мувинге работал, тогда бывал часто. Ну, так сказать, когда я думал записать это видео, я не думал о том, видел ли я там пульты в пакетиках. Не могу сейчас сказать. Но... Что я вижу в последнее время очень часто, об этом я и расскажу. Но это, собственно, тот же пульт в пакетике. В общем, у меня вот на панели здесь стоит светильник, такой значок лифта. Я сейчас, вот видите, убрал этот экранчик с собой, перенес, и вы его видите. Вот он такой овальный. Вот, значит, этот значок, маячок, там называйте его как хотите, лифт начал раздавать, когда ты совершил определенное количество поездок. Для того, чтобы выделить твою машину, для информации пассажиров. В общем, он так интересно сделан. На ту сторону он горит таким розово-фиолетовым цветом. И посередине надпись «Лифт». А сюда к нам он горит приветствием таким. Сначала, когда его включаю, на нем загорается приветствие. Вот. А потом, когда садится пассажир, он показывает имя пассажира, приветствует его. Вот, и в течение поездки показывает, сколько времени осталось до конца поездки. Там периодически, короче, бежит бегущая строка. Так вот, что я заметил. Очень много водителей оставляет этот прибор, светильник, в целлофановом пакетике, в котором он пришел. Ну, в общем, ну просто, блин, я когда увидел, я сразу вспомнил этот пульт в пакете. Это, извините, горло что-то сохнет. Это такая дичь для меня была. Представляете, вот едет, и эта фигня в машине стоит в пакете на панели. От чего они ее предохраняют? Я не знаю, блин. Ну, запылилась панель, ты взял, протер ее. Поцарапаться он там не может. Руками ты его не зацапаешь, потому что, в принципе, его цапать не надо. Включается он, когда заводишь машину. Но его можно выключить кнопочкой там. Оставляют его в пакетике. Ладно, проехали это дело. Появилась новая сейчас фишка. Очень много машин сейчас продается с дисплеями впереди. Такие, которые, ну вот, раньше была маленькая эта магнитолка. Сейчас же у нас все на экранах. Все можно пальцем тыкать. И вот появились эти большие дисплеи. Ездят машины, которые уже с номерами. То есть получается, ну,
процесс получения номера в Америке может занимать до трех месяцев. То есть вот я когда получал на свои машины номера, я думаю, что один, по-моему, приходил где-то даже больше, чем 2 месяца. То есть получается схема какая? В салоне ты когда покупаешь машину, проходит регистрация, бла-бла-бла. Теперь дают временные номера. Раньше вообще временных не было. Можно было там ставить все, что угодно, любую бумажку. Можно было вообще ничего не ставить. Вот. И потом номер приходит по почте. Так вот это вот время иногда бывает очень сильно затягивается. Поэтому получается, если машина ездит с номером, значит мы уже как минимум месяц, а то и два, а то и больше прошло. И вот представляете, едет машина с номером, то есть она уже поездила, в ней вот этот вот дисплейчик здесь стоит впереди, и он под пленочкой. Пленочка, наверное, была сначала снята, потом поставлена назад, потому что, наверное, практически все покупали новые телефоны, покупали какие-то гаджеты с дисплеями, и знают, что когда приходит, так сказать, прибор, из коробочки достаешь, пленочка наклеена гладенько, под ней ни пузырьков, ничего нету, она четко вообще как второе стекло, грубо говоря. Потом ее снимешь, и если хочешь назад наклеить, уже получаются пузырьки. Так вот, ездят эти вот машины с панелями, с пленочками и с пузырьками, и без пузырьков, но они под пленочкой. Ну елки-палки, блин, ну люди, ну скажите мне, разве американцы не похожи на русских? Ну вот такое вот маленькое видео. Все, кому понравилось, ставьте лайк. Я буду сейчас записывать такие коротенькие видосики. Возможно, я их даже буду записывать просто на телефон и без всякого оформления, без картинок, без музыки, без ничего. Просто запускать сразу с телефона в YouTube. Непонятно в какое время. То есть записал и запустил, потому что, ну, как я вам говорил, ищу монтажера, время на обработку видео нету. Поэтому буду, наверное, идти к такому формату, что видео будет выходить, ну, как бы вот, как есть, так и есть. То есть не будут на него вешать ни картинки, ни буквочки, ни ничего лишнего. То есть вот как записал, так записал. Вопрос с монтажером остается открытым. Если где-то кто-то что-то, давайте знать. Многие пишут, мы хотели вам написать в Инстаграм, но там нет обратной связи или еще что-то такое, бла-бла-бла. Сначала надо подписаться на Инстаграм, тогда появляется у вас возможность оставлять сообщение. Вот. Поэтому подписывайтесь, пишите, задавайте любые вопросы. Я всегда рад на них ответить. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке. New Life is My Life». Увидимся в новом видео. До встречи в интернете. Bye-bye.